Дорогие друзья, сегодня рубрика «Теория вкуса». Давайте поварим рис. Ну, я порассуждаю на эту тему. Безусловно, у вас, у всех есть свой опыт варки риса. Я поделюсь своим. С кем-то совпаду, с кем-то не совпаду. Пишите в комментариях, что вы знаете, какие секреты о рисе. Я с удовольствием их почерпну от вас, потому что, конечно, я не энциклопедия, но я делаю очень много заметок в своей поварской жизни. У меня сегодня круглозерный рис. Это рис для суши, который выращивается у нас в Краснодаре. На слепых дегустациях его сложно, ну, то есть людям сложно отличить его от настоящего японского риса. А многие такие говорят, типа, наш рис, все это ерунда. Ничего не ерунда, ну, тут как бы это не настолько важно. Вообще, мой самый любимый рис, который я использую практически везде, это краснодарский, круглозерный, с высоким содержанием клейковины, шлифованный рис. Ну, вот они, в общем, в принципе, все вот такого рода белые рисинки, да, это шлифованный рис. Не шлифованный, он с клетчаткой, ой, вернее, не шлифованный рис, он более, он другого цвета, да, более серого. И в нем больше полезных веществ, потому что вот в этой оболочке очень много витаминов и всего прочего. Здесь, по сути, там один крахмал практически. Так вот, возвращаясь к рису. Существует несколько видов риса. Вы знаете, что есть длиннозерные сорта. Из доступных нам есть басмати. Да, в Индии очень распространен. В Таиланде распространен рис, который называется, сорт риса, который называется жасмин. Но вернее так, я сейчас говорю про те виды риса, которые есть у нас. Потому что туда я соваться не буду. Ибо когда я приехал в Индию, там, не знаю, в очередной раз, и зашел в супермаркет и увидел бочки, стоящие в ряд, и 40 видов риса, отличающихся по форме и по размеру зерна, я понял, что я про рис вообще ничего не знаю. И говорить о том, что там басмати – это типа самый популярный рис в Индии – нет. Это у нас его продают как индийский рис. А в Индии там около 60 сортов риса. Начиная от самого маленького, который чуть меньше, чем спичечная головка. Прям такой малышок, который варится там 6 минут, да. Заканчивая, есть такой рис. В Индии его называют киральский сорт. Он просто такого размера, я даже, мне сложно описать, на что он похож. Он как кедровый орех примерно по размеру. Поэтому у нас принято считать, что басмати это индийский рис. Хорошо, так и будем считать. Это длиннозерный рис, который нужно варить. Все виды длиннозерного риса на выпаривание лучше, чем на пролив. Потому что нельзя мешать и нельзя давать рису сталкиваться друг с дружкой. Зерно длинное. Когда оно уже почти готово, как только начинаешь его кантовать, оно начинает ломаться. Некрасиво. Поэтому его всегда стараются делать так, чтобы минимальные физические, так сказать, напряжения на него отдавать. Поэтому, например, рис круглозерный, вот такой вот, он очень неприхотливый в плане там, перемешивания или еще чего-то. Значит, я сегодня расскажу о двух видах варки. На выпаривание, когда я засыпаю рис в кастрюлю и заливаю его определенным количеством воды. Есть много схем, я варю вот по какой. Во-первых, значит, рис для суши, если мы говорим там о круглозерном любом, да, там краснодарском, каком-нибудь кубанском, какие там названия бывают у него, алтайский есть, ну, в общем, даже можно из самого обычного риса дома приготовить суши, да? Значит, там пропорция воды идет такая. Вообще в интернете и среди поваров очень много разных пропорций. Я пользуюсь такой. Значит, на килограмм риса я наливаю 1,2 литра воды. Не 1:2, как многие говорят. Мне не нравится, рис превращается, рисинка лопаться начинает, она превращается в кашу. Начинаешь мешать, не дай бог, она вся потекла. Значит, один риса
и 1,2 воды. Все, рис, конечно же, нужно сначала хорошенько промыть, чтобы вода стала максимально прозрачной. Ну, кто в трех водах моет, кто в пяти водах моет, в шести, там вообще не имеет никакого значения. В больших кастрюлях в ресторанах насыпают небольшое количество риса, пускают струю воды. И когда кастрюля наполняется, а риса мало, то он моется внизу, а вода грязная вытекает. И вот эта кастрюля, вернее, вода в кастрюлю льется до тех пор, пока вода в ней не станет чистой. Тогда сливают на сито, рис готов к отварке. Можно так. Но вы знаете, в этом остатке всего крахмала вообще можно там повымывать. Я так сильно не заморачиваюсь, поэтому 3-4 воды меняю и начинаю варить. Да, касательно взвешивания риса такого или сякого. Значит, суши-мастера же варят все в пакетах. Из пакетов, вернее. Поэтому там, если в пакете ровно килограмм, то понятно, сколько воды туда заливать. Тут не так много воды прилипнет и не сильно изменится вес. Но мы можем, ну, взвесить на всякий случай. Я очень часто пользуюсь весами. Если вы хотите облегчить себе жизнь, купите себе весы. Они разные бывают вообще. Выберите нужные и все. Значит, давайте так, через весы. Значит, 40, 50, 80, 100. Давайте 200 граммов. 200 граммов риса. Промываем. Ну вот, смотрите, 20 граммов воды сюда прилипло. Значит, я высыпаю сюда рис в кастрюльку и отмеряю воду. Воду нужно лить холодную. Плюс-минус 3 грамма. Вот эти 20 граммов тоже учитываем, но, соответственно, не переживайте. Это такая незначительная величина. Если вы соберетесь варить, например, тонну риса, то вот эти вот погрешности, они будут значительные, да? То есть 20 граммов с 200 граммов превращаются там в 2 литра с большого количества риса. Там, да, там надо учитывать как бы вот какие-то промежуточные такие, максимально приближенные к оригиналу. Но так как японцы очень такие педантичные, вот они все через весы. Значит, заливаю сюда воду. И вот смотрите, что у нас получается. Что вот эта теория, что рис варят 1:2, она рассыпается в пух и прах. Потому что вот сварив несколько раз рис таким способом, мы видим, что вода покрывает рис всего лишь где-то на 0,5 сантиметра. Поэтому при любом объеме я всегда наливаю воды столько, чтобы она покрывала рис на 0,5 сантиметра. Холодная вода, рис, ни соли, ни масла, ничего не добавляем. Этот способ я называю на выпаривание. То есть, когда мы выпариваем воду, и все, и больше рис не трогаем. Теперь плита. Сначала ставим рис на высокий огонь, на активный огонь. Ждем закипания. Как только рис закипел, сразу закрываем крышкой, убираем огонь на самый минимальный и засекаем ровно 15 минут. Ни больше, ни меньше. 15 минут на самом маленьком огне. Если у вас есть конфорка поменьше, то можете поставить туда. Поставить на минимальный огонь. И рис у вас должен, ему надо помочь впитать в себя всю воду. После того, как пройдет 15 минут, вы, не открывая крышкой, а можете, знаете, что сделать? Можете даже полотенце накинуть. Отставить рис минут на 20-25, пока будете заниматься другими делами. И тогда у вас будет идеально сваренный, крутой, клейкий рис. Но вы знаете, что для суши-то берут клейкий рис, в смысле, надеются не только на его крахмальную составляющую, но и добавляют заправку, соль, очень много сахара и водоросли комбу, уксус. То есть баланс делают для риса. Сахар, соль и кислота. И потом уже и за счет сахара,
и плюс крахмала, который есть в рисе, вот и получается, лепят уже суши или делают роллы. И он из-за сахара склеивается, а не из-за крахмала, который там. Второй способ. Весы здесь уже не нужны. Мне здесь нужна кипяченая вода. Именно кипяток. Вижу уже, как пальцы тянутся к клавиатуре. И часть из вас напишет в комментариях о том, что как же так, варить нужно только в холодной воде. Вы знаете, тут вот сколько поваров, столько и мнений. А еще больше вам скажу, сколько людей, столько и мнений. Все люди разделились на два лагеря, на которые одни говорят, нужно варить в холодной воде, в проточной, да, в кипении, в пролив называется. А вторая половина говорит, не, только в холодной. А третьи, такие как я, говорят, да мне пофигу, можно и в холодной, и в горячей. Если мы торопимся, давайте сделаем, в ресторанах всегда варят в горячей. Этот рис закипел. Как я и говорил, сейчас закрываем крышкой, убираем самый минимальный огонь и засекаем 15 минут. А эту кастрюльку включаем, конфорочку. Значит, пока вода там у нас в кастрюле закипает, я промою рис. И вы знаете, какая важная очень мысль. Риса должно быть немного по отношению к воде. В воде должно быть гораздо больше риса. Если вы хотите варить килограмм риса, вам минимум нужно, не знаю, литров, наверное, 10 воды или 8. Ну, то есть прилично такое, чтобы рис свободно плавал в воде. И почему я, например, противник холодной варки? Вы когда замачиваете рис вот в холодной воде, и он начинает медленно нагреваться, бывает такое, что дно кастрюльки нагревается быстрее, вода еще вся не прогрелась, и рис может начать прилипать, а потом подгорать в процессе варки. Вот как бы странно это ни звучало, так бывает, что сталь быстро нагревается, не успевает нагреть воду, а рис уже нагрелся, а бывает еще и схватывается комочками. В горячей же воде мы сразу заливаем, перемешивая, и рису не даем прилипнуть ни ко дну, ни ко всем остальным частям. Когда я сливаю воду, я всегда руку подставляю для того, чтобы рисинки задерживались в ладони, а вода проходила сквозь пальцы. При выпаривании мы оставляем весь крахмал обратно, да, он возвращается к рису, если даже он там в воде в какой-то был. То здесь мало того, что у нас много воды, риса небольшое количество, он все время бурлит и плавает по воде. В воде он размывает крахмал, вываривается, потом мы его процеживаем, промываем, получаем для гарнира очень хороший рис, рассыпчатый. Но в этом и смысл, что когда вы преследуете какую-то цель, вы должны думать, да, как варить. Если мне нужно оставить клейковину, крахмал в рисе, я варю его с помощью выпаривания. А если мне все равно, если я делаю начинку для пирожков с рисом, яйцом и луком, то, конечно, я могу и так выварить. То есть так проще. Почему? Потому что чаще всего вот при способе выпаривания то пригорит он, то пристанет, то еще что-то, то верхушка останется недоготовленная. И многие побаиваются так делать. Варят в свободном кипении, в свободном плавании. А я, например, способ выпаривания вообще прям обожаю и использую его всегда. Всегда, всегда, всегда. Значит, но не рекомендуется рис там солить, кислить, добавлять туда какие-то ингредиенты в рис. Да, я тоже, в общем, не поклонник этого, хотя есть технологии, когда вы рис вначале обжариваете хорошенечко на масле, прокаляете его так же, как вот в способ с гречкой есть. Добавляете специи каких-то, а потом заливаете водой и варите на упаривание. Тогда рис становится и рассыпчатый из-за масла, и достаточное количество клейковины в нем остается, но не склеивает. И специи прилипают и проникают внутрь риса.
Ну, это мой не самый любимый вид, так сказать, блюд, риса, гарнира. Потому что я всегда считаю, что если вы хорошо приготовили базовый продукт, то потом вы можете приправить его чем угодно и как угодно. И будет он вкусный и прекрасный. Значит, единственное, что нужно выбрать любимый вид риса. Кто-то вообще тащится от жасмина. А я, например, для меня жасмин воняет носками. В Индии, когда путешествуешь, из-за большого количества присутствия вот риса, да, повсюду. Люди едят. И вот жаркий климат. И вот мне кажется, я могу ошибаться, конечно, что там все индусы, как бы там ни было, потеют, потому что живут в жаре, да. И вот ты когда в машину садишься, они еще старые все. И запах вот этого прелого какого-то ковриков или чего-то мне напоминает запах риса и наоборот. Поэтому, когда рис забивают всеми специями, тогда он съедобный. А когда он просто отварной, ну, я, в общем, не поклонник. А вот так вот у жасмина он, этот аромат еще ярче. У басмати тоже очень яркий аромат. Кашмир называется этот рис, мелкий-мелкий. Он, конечно, классный. Он как кускус, только по вкусу рис. Очень интересно. Есть еще вот эти вот виды риса. Значит, мы тут спорили, недавно был спор. В итоге, не знаю, кто выиграл. Значит, я в одной из литератур читал о том, что крупный рис, он называется среднезерный. Это рис, который для ризотто, для паэльи, то есть в Европе, да, он произрастает. Некоторые ребята-повара говорят, что это не среднезерный рис, что это крупнозерный рис. Ну, в общем, у нас там много, ну, нету такой литературы, которая бы подробно отражала. Все равно кто-то же написал, да, свои изыскания. Нету там какой-то базы такой, типа, из серии. Все виды риса вот бывают такие. В интернете его, во всяком случае, очень сложно найти. Вот этот рис, который варится у нас в свободной воде, я варю 12 минут, не больше. Надо, кстати, посмотреть, сколько у меня времени осталось. Осталось 5 минут до окончания варки риса. Ну и, соответственно, как только он прозвенит, прибавим сюда еще 7 минут. Да, водичку поменьше, пусть он варится. Так вот, возвращаясь к нашим баранам. Я считаю, я так вот, ну, читал, я про среднезерный рис, да, там они есть. Карнаролли, арборио, есть для паэли испанский вид риса, который называется бомба. Есть каласпара, есть еще масса вариантов, но вы знаете, об этом нужно, конечно, больше интересоваться у тех поваров конкретных национальностей. У нас в России вот все, что привезли со всего мира, да, раньше в России называлось оно сарацинское пшено, потому что оттуда, с востока шло, якобы. Ну, итальянцы, у нас же шелковый путь проходил недалеко от России, поэтому там тащили. Поэтому у итальянцев тоже никто, они говорят, что они сами его придумали, этот рис, и вырастили как культуру. Азиаты говорят, это мы все придумали. Ну, в общем, а Россия так, типа Краснодарский край вот тупо выращивает все. Теперь вот эту вот рисовую воду нужно слить вместе с рисом. Промывать, конечно, рис лучше всего фильтрованной водой. Стоять. Одной рукой не очень удобно это делать. Но самое главное, смысл, да, в промывании, мы должны остановить процесс варки. Рис нагретый. Значит, остановите процесс варки, остудите рис. Потом можете делать с ним что угодно. Можете разогреть его в микроволновке, да? Можете поставить в духовку небольшое количество, бросить туда масло сливочного. Если у вас постная история, значит, вы делаете гарнир постный, добавьте туда растительного масла, разогрейте это все, добавьте специи. Все что угодно. Теперь надо дать рису время стечь. Сам по себе рис уже холодный. Сейчас он стечет, подсохнет, и я его выложу в тарелку. Как раз у нас достаивает под крышкой рис, сваренный способом номер один. Ну что ж, пора наблюдать, что у нас произошло. Налицо
Смотрите, рис рассыпчатый получился. Видите, сыпется, клейковины нету. Она есть, но ее не так много, как хотелось бы. Соответственно, этот рис рекомендуется облить маслом, дать ему постоять. Я бы даже рекомендовал дать ему подветриться немножко, чтобы верхние, так сказать, стеночки немножко стали, как бы подсохли плотнее, да, рис уплотнился. Может быть, краснодарский рис не самый подходящий для свободной варки. Или же на упаковках чаще всего пишут там варить 20 минут. Я вот 12 поварил его. Я не понимаю, почему он немножко разошелся. И температура там кипения была не очень большая. То есть рисинка, она стала такая рыхлая, не ровная, не плотная. Но зато запаха практически нету. Все вымылось. Приправляйте чем хотите. И вот это, скажем так, я это называю столовский гарнир. Когда просто масло, чуть-чуть соли и все. Его немножко на сковородке так подогревают, чтобы он подсох, как я уже сказал, чтобы верхушечка была более гладкая. И выставляют, он рассыпчатый-рассыпчатый. Из любого, из самого дешевого можно делать. Дальше вы смотрите, когда варите на свободной воде, пробуйте рис всегда. У вас есть миллион шансов, это можно у вас это не закрыто, это все варится. Берите и пробуйте. Теперь тот вид риса, который у нас варился 15 минут. И, соответственно, этот ароматный рис. Потому что отсюда ничего не ушло. Мы не промыли его. Смотрите, что получилось. Видите? Рисинки блестящие, плотные. Там местами где-то, возможно, он немножко и начал расходиться. Но он гораздо ароматнее и плотнее по своей структуре. Вот смотрите, он не рассыпчатый. Мы берем и выкладываем, вон он, прилипает к пальцам активно. Это рис. Плотный, клейкий. Зато такой рис, например, удобно есть палочками. Ты цепляешь, он клеится. Китайцы, вьетнамцы ценят вот такой рис. Потому что этот палочками, конечно, не поешь. Он весь сваливается. Но русские зато любят такой рис. Именно рассыпчатый. Не любят клейки. Это вот странное. Ну, видимо, мы просто по-разному его видим. А вот этот рис, вы берете его. Смотрите. Видите, куском. Он куском прям. Палочками точно так же. А когда вы его зальете сладким сиропом и превратите в рис для суши, приправленный уже, готовый, конечно. Здесь, как бы вам сложно показать, конечно, что рисинки здесь не рыхлые. Посмотрите, видите, насколько они отличаются друг от дружки. Но и эти готовы. Просто разная степень проварки-пропарки. Вот этот паром доходит, да, а этот просто у нас до готовности, он немножко такой, видите, как бы не презентабельный, что ли. Но вот этот красивее, поэтому этот я люблю больше. Но он липкий, видите, какой. Вам становится понятно, да, что этот варился 15 минут и еще 20 минут стоял под крышкой, пропаривался. А вот этот рис варился 12 минут и был промыт холодной водой. Смотрите, какая разница. Казалось бы, мы взяли один и тот же рис. На упаковке написано 20 минут. Если вы 20 минут будете варить, у вас будет каша. Причем размазня. Ну, до размазни далековато, но это будет прям реальная каша. Этот рис вы можете хранить огромное количество времени. Приправляйте его по-своему. Его очень удобно жарить на сковороде. И это мой любимый рис. Дальше еще что у нас бывает? Да все, вроде бы более-менее вам стало понятно. Если будут какие-то еще вопросы, вы пишите в комментариях. Я по возможности буду на них отвечать. Да, значит, вот эти вот крахмальные сорта риса, круглозерные, они хороши для каш. Очень завязывают много крахмала, такую густую субстанцию создают. Чего трудно сделать, например, с басмати или жасмином. Или, например, это трудно сделать с карнароли, арборио там и бомбой. Круглозерный лучше для каш.
бомба и карнароли лучше для ризотто и паэльи, а длиннозерные они для всяких салатов хороши. Они хороши для мясных изделий, вернее, что-то похожее на плов, только из других национальностей. Не узбекский, не таджикский, ну, не наша история. Все рассыпчатое, плов с морепродуктами, там, да, вот это, жасмин подают. Опять же, его подают как гарнир, его можно вместо хлеба, его можно из него сделать какой-нибудь пудинг, его можно вообще взбить в крем, ну и так далее. Но основа основ – это варка. Два типа основные, дальше еще есть вариации, но я считаю, что вот это вот основа основ. Спасибо, до новых встреч!